Так теперь еще поиграем в бонус пазл. Так, посмотрим, что тут за коллекция. Так, коллекция пазл. Ну, давайте. Начнем в ручей играть. Погнали. Вот это, бабочки тут летают. Время истекло. Понятно. Переиграть. Конечно переиграть. Нету.
Время и стекло. Ну, будем переигрывать, пока времени не хватит. За определенный промежуток времени необходимо... Оказывается, в 23-м году, в возрасте 65 лет, умер Гришечкин. Every time, помнишь? Помню.